Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра и успешного дня. И для того, чтобы у вас все хорошо складывалось, с самого утра настраивайте себя на маленькие, пусть маленькие, а может быть и большие тоже, победы. На то, что вы будете становиться в чем-то лучше, чему-то новому научитесь, что-то узнаете. И на этом пути, к цели, какой бы она у вас ни была, вам очень поможет сегодняшняя стройная фишечка дня. Показываю. Вот такой дневник успеха. Ну, не обязательно это должен быть какой-то специальный блокнот. Это может быть любая записная книжка, ежедневник, неважно, что вы используете. Главное стараться каждый день записывать любые свои успехи, все, что у вас хоть чуть-чуть получилось. Например, вы, если касательно похудения, не забыли в каждый прием пищи добавить овощи или не забывали выпить перед едой стакан воды и много другого полезного для себя сделали. Или, может быть, прошли 15 тысяч шагов за день, нашагали. Это отличные успехи, это то, что день за днем, шаг за шагом приближает вас к стройности. И я желаю вам, чтобы в новом 2018 году эти шаги у вас были регулярными и привели вас к цели. Никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, оставайтесь на связи и обязательно ставьте лайк. Всего вам доброго, пока!